Фестиваль девичьего футбола и первенство детско-юношеской футбольной лиги Севастополя начнутся 26 ноября на стадионе футбольного клуба «Севастополь». Пресс-анонс социального проекта прошел 23 ноября в законодательном собрании города. В футбольном первенстве примут участие 42 детские команды. В течение нескольких месяцев, с ноября по май, они будут соревноваться между собой, зарабатывая очки в командный зачет. В мае жюри подведет итоги и наградит победителей. Первенство по детскому футболу в этом году проходит под патронатом законодательного собрания города. Для этих целей из городского бюджета выделили почти 2 миллиона рублей на обеспечение работы судей, арбитров, медиков и наградную атрибутику. Это проект социальный. Мы не ставим своей целью исключительно воспитание профессиональных футболистов. Хотя если из вот всех тех деток, которые играют в футбол, кто-то решит заниматься этим профессионально и будет делать это качественно, мы будем только рады. Мы ставим своей целью возрождение того самого дворового футбола, футбольных команд предприятий, футбольных команд учебных заведений. Президент детско-юношеской футбольной лиги Евгений Репенков отметил, в фестивале ожидается массовое участие детско-юношеских команд. Особое внимание уделили девичьему футболу. За победу будут бороться 10 команд девочек. Мы когда проводили первый кубок губернатора, девочек не было. Просто мальчишки играли. И потом я когда выступал перед преподавателем физической культуры общеобразовательных школ, мне задали вопрос, а почему не играют девочки? Я говорю, ну как-то знаете. А вот наши девчонки хотят. А почему? И мы начали проводить эти соревнования для девочек. Они сами, это не то, что вот мы, они изъявили.